Здравствуйте, ребятушки, девчатушки, я рад вас приветствовать на своем канале Жук Муравейники, с вами ученик 77, он же дядя Саша Великий, ужасный, он же благородный Дон Сандро. Сегодня мы играем в игру под названием The Long Dark. Как удивительно, мы играем в The Long Dark, кто бы мог подумать. И сегодня мы играем в наши любимые азы выживания. В мои точно любимые, ну и у некоторых вас тоже, они, я знаю, любимые, за что вам огромнейшее спасибо. Итак, что такое есть азы выживания? Это очень просто. Незваный гость, уровень сложности. Тетка по имени Астридина Евлампиевна хуже Татарина. Находимся мы в долине Тихой реки в какой-то пещерке. Ну что ж, долой музло. Поехали играть. Пещерка на философском плато. У философского плато. В районе философского плато. Выжили 601 день. Мы уже... Сейчас пойдем исследовать, что тут у нас вокруг происходит. Кстати, ребятушки, девчатушки, смею вам напомнить. Дозвольте напомнить. 7 сентября. Примерно в 8 вечера по Москве. На моем, а не побоюсь этого слова, прекрасном канале. Кстати, гляньте, они же просроченные. Отравимся просроченным. На моем прекрасном канале Жук Муравейники состоится стрим. Так, 7 сентября в пятницу, ориентировочно в 8 вечера по Москве. Всех прошу быть. Не забывайте. Запасайтесь виноградной газировкой, лимонным чаем, пученюгами, круассанами. И добро пожаловать. Слушай, он же был, когда я заходил. Он у меня тут мелькал, этот уголь, когда я тут брал что-то. А теперь он появился. Ты смотри, какие тут глюконаты кальция происходят, а? Какие я хотел сходить там немного поисследовать. А я немного поисследовать. А мы с деревни приехали, короче, немного поисследовать. Вороны каркают. А деревенский исследователь. Так, с Солендурс эту я вроде все забрал уже. Но, как говорится, усяко бывает. Давайте чекнем. Перья. Возьмем, украсим себя. Украсим свой... Ух ты, а я с него мясо не забрал. Странно, странно, я думал, все забрал. Украсим свой ирокез перьями. Астридина Евлампиевна Исторская будет у нас с перьями. С ирокезом из перьев. Так. Тогда давай я выкину или с собой понесу эту мясу. Ну, с собой ее, конечно, можно понести. Но, наверное, я ее все-таки пока брошу. Она запах лишний имеет. Нежелательно нам это, чтобы запах лишний поступал из нас вовне. Потому что олкодавы... Олкодавы... Ой, что-то я куда-то не туда пошел. И не туда ты куда-то кинул вообще свою мясу. Да, не туда. Пойти-то надо было вон туда... Пойти-то надо было вон сюда. Тогда пока оленину прогорклую тут оставим. Ай, не на ту кнопку нажал, да ёхарный бабая. Что ж такое теперь с этой олениной, еще тупить тут будем? Да давай я уже её в пещеру отнесу, чтобы она мне мозг не порочила. А? Оленина, иди ты в пещеру, оленина ты тупая. Старая тупая оленина, иди в пещеру. А нечего было выпендриваться, надо было брать ее обычным способом. Вот теперь бегай тут, как дурачок, туда-сюда. Ну, так тебе и надо. Надо, так тебе и. Мне ж там еще Тимофеевки пособирать хочется успеть. А у меня тут оленина, понимаешь ли, прогорклая. Странно. Это почему-то заплесневелое, а это почему-то прогорклое. Хотя лежало все на улице. Да, странно. Есть такое дело. Мир полон странностей. Ладно, с 18-го разу, может быть, мы дойдем до Тимофеевки. А может быть и не дойдем. Интересно, живут ли тут медведи? Едят ли кошки мошек? Нет, едят ли мошки кошек? Живут ли тут медведи? Вообще, надо тут немножечко еще будет позарисовывать. Чтобы картину мира себе представлять четче. Так, это вороны сзади так громко каркают? Или это уже спереди кто-то объявился? Это задние-то карут. Не-не, задние-то карать не могут. Но, по идее, задние сейчас свалят. Тушка оленя исчезнет. И вороны должны тоже свалить. Теперь, значит, что тут у нас? Опять какой-то водопад. Ну, если к нему подойдем, узнаем, как он именуется. Если дойдем.
Можем не дойти. Так, что там у нас вдалеке? Зверьё какое-нибудь фигурирует. Тут надо все будет позарисовать, но это, наверное, уже с утреца. Тут у нас ночь на горизонте. О, и погода подоспела хорошая. В такую погоду можно и дорогу обратную не найти. Ладно, мы еще немножко попробуем продвинуться. Ой-ой-ой-ой-ой, да какая ж ужастина ужасная. У Джастин Тимберлейк какой-то начался. Так, а что это такое? Какое-то оно у вас такое? Куда это я вышел? А это не озеро у Монолита, случайно? Ах, это озеро у Монолита. Так, у меня спальник при себе? При себе. Тут вот тоже есть пещера, и в ней, в принципе, можно пожить. Вот, я к озеру Монолита вышел. Это же здоровско, я так хотел его найти. Тут на вершине есть пещера, в ней бывает сигнальный пистолет, но у меня есть подозрение, что на никем незваном госте не будет никакого сигнального пистоля. Зато тут кролики есть. О! Так, джентльмены удачи. Это были джентльмены удачи. Ну это я... Так, а что я там в пещере оставил? Котелок оставил, да? Ага, я там котелок оставил. Ладно. Мы, впрочем, можем туда сейчас вернуться. О, нет, ты сейчас туда не вернешься. Потому что, как ты видишь, брат, погода несколько против, чтоб ты вернулся. Это водопад созерцателя. А тут есть пещера. Тоже, очевидно, созерцателем. Так, водопад созерцателя, пещера созерцателя. Так, что у нас в пещере? Трупец с повязкой. У самого трупца есть книжка. Разделка в полевых условиях. Мне, к счастью или к сожалению, книжка это ни к чему. Мне нечего разделать полевых, учиться точнее. Так, вот есть трупешник волка. У него есть шкура, мясо и кишки. Великолепно. Я так понимаю, он его убил, по каким-то причинам сам откинулся. Хотя волки есть мясо даже. Ну, возможно, замерз. Одежка, может, у трупца плохая была. Да. Так, и тут, смотрите, он тут ни одного волка убил. Он вот и уже одного засушил. И кишки с него снял. Ну какой молодец, настоящий охотник нам попался. Вот ткань драгоценная, точильный камень. Так, это мы сейчас из всего этого можем себе караси и босячки изготовить, волчи. А то же у меня там, по-моему, те уже подизносились. Так, дров тут особо у нас немае. Мы можем с трупца поснимать шкуру. Да? Не понял, не понял, а почему на 2% замерзший? Он оттаивает, нет? А, он замерзает. Нормально. То есть в пещере, пока я сюда пришел, было тепло. Интересное кино, а? Пока я сюда пришел, в пещере было тепло. Ой-ой-ой, а мне тут холодно. А мне в этом месте холодно, где волк-то лежит. Ты видишь, да? И чё ж мне костер развести? Как-то он нехорошо лежит на границе пещеры. Ладно. А дров у меня не шибко много. 4 дрыны всего. И жрать мы хотим, да? А там погода плохая началась. Да совсем плохая, я бы даже сказал. Ладно. Мы сейчас сделаем вот такую вылазочку быстренькую. Хотя у нас уже риск переохлаждения. Ну ничего, ничего. Тут вот должны быть какие-нибудь дровишки. Так, вот я и нашел озеро Монолита. Там, кстати, наверху тоже еще одна пещера есть. Но я сейчас ее в такую погоду искать не пойду. Тут попробуем поискать дровишки. Вот, значит, как можно выйти к озеру Монолита. Вот уже и картинка мира небольшая складывается в нашей жалкой головешке, да? Да. Есть такая небольшая картиночка. Так, мне бы палочек. Как насчет палочек? Я там костер разведу. А еще есть палочки? Есть. Хорошо. Тут долго гулять нельзя, а то мы замерзнем. Так, еще палочка.
Видимость хреновенькая, так бы я тут палочек-то больше бы набрал. Они, наверное, наполовину не прорисовались у меня на минимальной графике. А на графике на моем минимальном. Текс. Все, короче, побежал я в пещеру пока. Ветер без камушков. Тем более скоро вообще ничего видно не будет. Сейчас мы там костер разведем. Соберем с волка кишки и мясу. Приготовим все это дело. Будем ждать утра. Так, где наш водопад-созерцатель, или как он там называется? Вот он. С утра все обследуем. Так, мне надо решить, в какой мне пещере жить. В той или в этой. Да, наверное, я в этой буду жить. Но тогда надо котелок сюда притащить. За котелком тогда надо сходить. Поживу-ка я в этой пещере. Красивая пещера с волком, водопадом. Правда, волк исчезнет скоро. Водопад останется. Так, давайте-ка мы где-нибудь вот тут костерчик себе разведем. Текс. Вот. Текс. У меня даже горючее есть. Не, горючее нам не надо. Дрелью. Дрелью горючую бери. А разжигай. Так, надо же обогреться. Интересно, если костер будет гореть, там в районе волка будет тепло или холодно? По идее, должно быть тепло. Ну, хрен его знает. Может быть, даже и холодно. Ближе, только костер надо было разводить. Так, кедровые палки. Так. Угу. Давай что-нибудь съедим. А же есть что-нибудь съесть? Есть. Но немного, правда. Ну что, Тимофеевку мы тут пособираем. Так, ну и что тут, если к волку подойти? Тепло ли тебе, девица? А, хренушки. О, вот так вот. А такой до волка не касаемся. Да что ж такое, а? А если лук убрать? А еще на полшажочка. О, достаем и нам тепло. Ха-ха-ха, обманули систему. Систему обманули. Браво, мы обманули систему. Так, все, пошли мясо положим жариться. И между делом... соберем кишочки. Так, значится. Волчатина совершенно сырая. Хлобысь. Так, волчатина совершенно сырая. Хлобысь. Этой 10 минут, этой 47 минут. А я, может, один кишок успею снять. Не кричи. С голоду не помрешь. Так, один кишок, 10 минут как раз. Это то, что нам надо. Угу. Так. Мясо, пожалуйте. Пожалуем. Ну, давай сразу слопаем. Так, воды выпьем. Хорошо, что ты воды с собой хоть немного принес. А то котелок-то там зачем-то бросил. Да я что-то думал, я быстро вернусь. Как всегда, совершенно совершил неправильные действия. Котелок-то не надо было бросать. Носи его всегда с собой. Котелок такое дело. Его надо с собой, брат, носить. Так, это у нас, значит, сколько готовится? 27 минут. Ну, это мы свободно успеем кишки снять. Хотя, погоди. Нерационально ты используешь время горения костра. Баночку надо поставить. Вот, у тебя же воды не шибко много. Вот, вот теперь иди снимай свою кишку. Драгоценную. Так, забираем. Все, с бедного несчастного разрушенного волка все забрали. Так, костер горит. Пока еще горит. Так, сейчас мы тут куда-нибудь бросим. Вот это вот свежие, свежайшие. Завезли свежайшие кишочки. Так, вода. До закипания 11 минут, до готовности 8 минут. Ну, значит, блин, и банка у меня одна. Это, конечно, печально. Так, костру горит еще 2 часа. У-у-у, это мне надолго хватит. Это я себе воды тут наготовлю. Вот если бы котелок был. Ну нет у меня котелка, оставил я его. Что я могу поделать? Так, а что там у нас какие-нибудь грибочки? Я что-то собирал, да? А, шиповничек. Ну давай шиповничек.
Так, все пока. Ну, грибочки тут поблизости растут, это мы сено собираем. Ну, давай сразу шипомничек организуем, не знаю зачем организуем. Так, вода. Так, погода улучшилась, костру гореть еще 1:20. А усталость у меня... усталость у меня большая, ну нормально. Я все равно продолжу. У меня есть книжка по разделке тушки, но я ее не могу читать. Так, жалуется, что голодный ей очень. Так, 37 минут. Ну, еще разок приготовим, а потом жрать и спать. Так, и банку давай заберем. Угу. Все. Так, раскладываем спальный мешок. Кушаем. И баиньки. Так, ну что тут у нас на обед? Волчатина у нас на обед. Свежая, приготовленная. Отлично. Водой заправимся вдогоночку. И поспим часиков 10. Можем поспать 10? Можем. Не, 11 не надо. 22 градуса у нас в пещере температура. Сейчас проснемся с утреца. Бодрый, веселый, полный сил. Так. Проснулись. Пить хотим. Так, ну чё? Переносим котелок, или пока просто пошлындым. Вот спальник я возьму. Не знаю, как насчет котелка, а спальник-то я возьму точно. Так, там туманность Андромеды. Бросить. Ну давай я здесь пару литров брошу. Там пещера есть наверху. Так, рисовать пока ничего не сможем, но древесный уголь заберем. Пещера есть наверху. А чё волк не исчезает? Замороженный причем. Прикиньте, он замерз. У меня тут костер горел. А он замерз нафиг. Так, я здесь, кстати, проводил свои соревновательные мероприятия под названием 30 лосей против 30 стрел. И еще проведу. Да, еще будет. Будет еще. Это же у меня на озере Монолит происходит. Так, блин, погода вообще, конечно, капец. Вообще ничего не видно. Вообще. Ладно, пошли хоть грибы пособираем. Там какие-нибудь пни сейчас найду. Вороны, я не пойму, они просто летят мимо или они над кем-то кружат? Ну, зверя, по-моему, волков, не знаю. Волков здесь в этом районе нету. Может, на том краю пруда? Тут я их не видал. Вообще, выть они выли, я слышал, когда на лосей охотился на 30. А вот на сам пруд что-то не припомню, чтобы заходили. Возможно, с другой окраины его они ходят. Здесь, походу, человек в пещере перемочил всех волков. Один вон валяется у него, от одного еще шкуры, вот высохшие, которые мы забрали. Что он их, походу, всех извел. Глянь, туман, а все равно очень холодно, да? Ладно, мы сейчас попытаемся найти в пещеру. Может, нам повезет. Так, что тут? Грибочки. Грибочки. Ягодочки. С таким звуком она собирает. Так вот, мне вы ни разу не ответили. Я 100 раз задавал вопрос этот сам себе. Сигнальный пистолет есть в долине Тихой реки на незваном госте? На сталкере, знаю, есть. А вот на госте. Есть ли он на госте? Грибов зато здесь, глянь, тьма тьмущая. Текс. Поднимаемся дальше. Тут, кстати, могут, по-моему, березы расти. Да, могут. Пещера где-то в этом краю. Насколько я помню. Она как-то за скалой тут запрятана. По-моему, вот здесь. Нет, не здесь. Значит, погоди. Это сразу что-то стонать начала. Что-то стонать-то начала. Так, а тут, по-моему, у нас обрыв, что ли? Нет, не обрыв. Блин, не пойму, куда меня понесло. А не надо в такую погоду ходить. Ты ходи, когда хорошо видно. Блин, а где пещера? Где пещера? Где-то же она тут была.
Ну, значит, пошли в другую сторону. Пошли искать ее. А, вот, вот здесь, по-моему, она, да? По-моему, здесь. О, видимость наладилась. Угу. Отлично. А то я, мало зная местность, попер куда-то по туману. Какую-то пещеру еще, не пойми какую. Пещера, пещера, заладил. Нет пещер? Ха-ха, нет билет. Где ж пещера, а? Что такое? Что такое происходит, понимаешь ли? Так, тут у нас что, обрывы? Обрывы. Не, с обрывом пока не хотим прыгать. Нам как-то рано. Так, а мы уже жрать хотим, да? Да. Чё-то я не пойму, где это моя пещера, которую я тут находил? Она, вероятно, дальше. Она, вероятно, дальше. Вот она, да? Да-да, вот она, вон. О, здесь клен растет. Пещера на вершине называется. Ура, даже два клена. Пещера на вершине. Что может быть прекраснее? Надо все это зарисовать. Так, что у нас в пещере на вершине происходит? А что у вас тут происходит? А ничего. А, вот тут трупешник у меня на сталкере был. И у него был пистоль. А трупешника тут нету. Пусто. Поэтому нет пистоля. Есть кедровые дрова. Ну и, собственно говоря, уголечка немножко, да? Уголек раз. Уголек два-с. Ну, вот и все. Вот и все добро. Так, давайте доглодаем вот эту мясу. Так, мне надо срочно пропитание. Ну, вроде здесь на озере Монолита я видал Гонзали Олежки. Поэтому, может быть, повезет, кого-нибудь подстрельнем. Так, сейчас мы зайдем тогда в пещеру водопада Созерцателя, сбросим туда свое барахло. А тут мы сейчас зарисуемся. Так, зарисовались. Пещера на вершине, вот. А это что пещера? Это по пещера у плато, который у Философского, да? Да, это, по-моему, Философского плато пещера. А ту пещеру я еще пока не зарисовал. Так, ну все, пошли отсюда. Жаль, конечно, что здесь пока никаких сигналок я не нашел. Но надо ради справедливости сказать, что исследовано тобой еще не все, верно? Конечно, верно. Так что такое кустарник? Мне нужны шиповники. Мне нужны кустарники пока что. Пока что не требуются. Так. Ой, а здесь опять холодно как, а? А вон, по-моему, береза на краю растет, да? По-моему, да. Мы ее... Ну, погоди. Я же хотел взять вот это. Мы ее увидим отсюда. Зарисуем. Так. Ага, зарисовали и березу, и клен. Угу. Здорово. Великолепно. Ну, пили, руби. Суши. Весла. Сушите весла, сернокой вам черт, богатство. Жизнь коротка, и сколько бы ни съел. А вот клен-то мне особо не нужны. У меня их много. А вообще на кой хрен они в долине Тихой реки? Клен. Их это переть надо отсюда. И далеко переть. Берез мне придется далеко переть. Берез я тут уже много нашел. Наверное, что-то около 10 штук. Да, блин, потом все это пособрать и перетащить в одно место, поближе к выходу с этой локации. Да тут перетаскивать только будешь, блин, несколько десятков дней внутриигровых. Даже когда уже будешь нормально все знать, куда как ходить. А я вообще пока даже еще толком не знаю. Конечно, знания мои об... Долине Тихой реки расширились, но пока еще общей картинки в башке нету. Вот в чем дело. Общей картинки в башке нету. Что вот так прям зашел и точно знал. Так, я хочу попасть на Философское плато. Прям зашел я в Долине Тихой реки. Это мне, значит, надо идти тудой, тудой, тудой. Потом вот так, вот так. Пока такой картинки в башке нету. Когда-нибудь, может, будет. Так, она опять хочет кушать. Она опять замерзла. Ну, давай, знаешь что, давай ты все равно меня еще пока порисуешь, несмотря на то, что замерзла. Держись, мать. Так, зарисовала. Риск переохлаждения. Это не очень хорошо. Побежали греться.
Риск переохлаждения нам не подходит. Как она с горки хорошо бежит, да? Да, места здесь, конечно, красивые. А, вон вороны летают над трупешником дяденьки. Там дяденька лежит, да? У дяденьки, скорее всего, нету абсолютно ничего. Я в этом просто уверен. Он, конечно, молодец, но нет у него ничего. Не, ну мы, конечно, сходим к нему. А вот в тех краях где-то могут ходить. Да, тут же олени ходили, когда я тут на лосей, помню, охотился. Они олени еще пугали, они разбегались. Вон там где-то были олешки. Были-были. Были-были и прошли. Водопад подозревателя. Так, зайдем, поподозреваем что-нибудь. Так, дрова все скинуть. Ой, как шумит. Ой, как шумить. Ой, а потом мне еще ледяные пещеры исследовать. О-о-о. Ух ты, волка исчез, кровушка осталась. Интересно-то как. Интересно-то как. Волк-то исчез, а кровушка-то осталась. А потом мне еще пещеры все эти исследовать. Ледяные, в смысле. Это вообще дело очень долгое. Бросить все. Так, что я вот эту книгу таскаю? Ее ж только сжечь. Она ж целых 500 грамм весит. Так. Ну, мы тут можем пока постоять, погреться. Вот таким вот образом. А, погоди, берёзы забыл выкинуть. Берёзы забыл выкинуть и два клёна. Сейчас выкину, сейчас выкину. One moment. Берёза. Тво клёнц. Пожалуйста, пожалуйста, не жалко. Так, перетираем в труху шиповник. И надо за котелком сделать марш-бросок. Марш-бросок за котелком. Текс. Еще грибочечки. Сейчас я тебя накормлю, не ной. Не ной. Мы отогреваемся. Мы, в принципе, отогрелись. Можно пока оставить грибочки в покое. Дать ей вот этого всего съесть. Пусть покушает малость. Тимофеевки сейчас насобираем. Ну и какого-нибудь оленя надо завалить. Так, а там, я слышу, уже начинает погода-то меняться в худшую сторону. Ой-ой-ой. Так, значится. Чё я с собой эти шкуры таскаю? Это я пока все оставлю. Так, повязка. Ну, мне, наверное, не надо с собой носить столько повязок. Можно пару бросить. Полегче. Надо, чтобы мы были полегче, полегче. Так, а что тут? Точильный камень можно тоже бросить, пока что ты его таскаешь с собой. Вообще надо все в трупешник сложить. Сложить в трупешник. Так, а лук я где-то оставил. Да, а где я лук оставил? А я лук оставил в пещере в долине, тот старенький. Угу. Барахлат ты уже пораскидал повсюду. Молодец, это ты любишь делать. Вот сейчас останешься ты без лука в конечном итоге. Вот я посмотрю, как ты тут будешь выживать. Вот это будет... Забыл зарисовать пещеру, ну ладно. Это будет номер. Так, ну труп, ну он пустой, ну сходим. Для очистки зов, если... Вдруг он все-таки не пустой. Да ладно, как это он не пустой? Пустой он. Так, а приперся я откуда-то вот оттуда, да? Насколько я помню. С философского плота. Там можно поглядеть. Я сейчас где нахожусь? Нормально. Я не отмечен, где я нахожусь. Супер. Так, это пещера в долине. А, вот он я в зоне, где ничего не нарисовано. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, тут еще ничего не нарисовано. Как же можно? Рисовать пока не будем, холодно. Где тут дядька валяется? Вот он. Это вот так снегом припорошило. Ух ты, приличная рубашка у него оказалась. Надо же, гля, 89%. Странно. Так, я, по-моему, вот отсюда выгреб, да? Я когда выходил, я видел вот эти деревья. Да, точно, я вот отсюда выгреб. Интересно как.
У дяди есть приличная рубашка, кто бы мог подумать. Вы там что, мимо летите? Чего так каркаете такой толпой? Так, ну давай, олени, появляйтесь. Ну или хотя бы волки. Ну, в общем, кто-нибудь появляйтесь. О, оленя вижу. Вижу оленя. Снова вижу я какого-то оленя. И, наверное, сейчас его я замочу. Только надо стрелять немного поточнее. Не так хорошо, как в прошлый раз, а чуть лучше. Чуть лучше, чем в прошлый раз. Не с трех стрел его убивать, две из которых в молоко. Так, ладно. Рога-то я увидал. Где тут его рога? А, вон у него рога. Там, кстати, и волчаки могут быть уже в том районе. Могут. Еще надо будет выяснить, вот какой вопрос. Вопрос, как отсюда дойти дальше. Ай, олень распугал, да? Тут, может быть, можно как-то куда-то продвинуться не по тросам. Вроде локация вот в эту сторону продлевается, куда я сейчас грибу. Надо будет тут погулять. За котелком только надо сходить. Блин, так лень идти за котелком, а? Чё, олень далеко убежал, да? Сильно напугал-то. Так, озеро Монолита. Да это мы уже видели. Олень, гад какой, чуткий. Заметил меня издалека. Слишком громко я шиповник собирал. Хрустел вот так. Он и убежал. Так, опять какой-то водопад. Да, вот туда куда-то можно идти. Видно, что вот локация продлевается. Но если можно, мы сходим, безусловно. Только сначала надо укокошить Алендера. Вот тут деревце перекинуто, да, по нему можно преодолеть, я там понимаю, реку. А ведь не сейчас. Сейчас у нас пока на повестке дня еда. Нам нужно едьбы себе немножко раздобыть. Допустим, при помощи вот этого прекрасного благородного оленя. Так, вот он так прекрасно стоит, что можно ему зарядить. И погода как раз испортилась. Что-то погода испортилась, а? Не, мы больше в двигающегося стрелять не будем. Ну и нафиг, пусть он остановится. Потому что это все плохо заканчивается. Останавливайся, олень. Во, а мы тебя сейчас вот сюда, вот прям в твою спиночку. Вот так вот ты хорошо наклонился, брат. Во, отлично, стрела, по-моему, отлетела, да? Да. Надо стрелять ему в спиночку. В грудь стрельнешь, может остаться жив. Так, ну что, у нас тут холодно. Четвертануть, что ли? А то я практически не пользуюсь вообще четвертованием. 9 килограмм ровно, а? Какой хороший олень, минус 9. Ну давай четвертанем. Ножом час, топором час. Ну давай ножом. Потому что всего его мы будем собирать дольше. Так, все, четвертанули. И погода чуть-чуть наладилась, да? Так, понесли все это свое добро в новую нашу пещеру. О, мы в перевесе. Ну, конечно, тут тяжесть-то какая. Так, котелок. У нас на повестке дня сходить за котелком. Сходим. Ну, в принципе, сейчас, наверное, можно пока обойтись без котелка. У меня тут воды немного есть. Я себе натоплю. И баночкой. Дался тебе этот котелок. Дался тебе этот котелок. Так, Тимофеевку по пути. А, еще я хотел королов побить, да? Блин, жаль, что нельзя капканы делать без этого. Без верстака. Сейчас капканчиков наделал. И королов бы ловил себе потихонечку. Так хрен там плавал. Так, бегать мы не можем. Ладно. Обойдемся. Да, надо сходить обязательно за котелком. И вообще все оттуда. Что я там бросил? Я там что-то бросил в этой пещере у плато философского. Забрать все. К себе. Так, о, а тут еще наверху какие-то вороны летают. А, это они, наверное, над пещерой летают, над трубцом. Скорее всего, да? Или нет, или туда как-то можно залезть. О, это что-то новенькое.
Туда можно залезть, да? Ладно. Или все-таки они над пещерой. Они же иногда летают над трупами, там, над пещерами и т.д. и т.п. Оленя убили удачно. С первого же выстрела лук не коцали им понапрасну, стрелу тоже. Так, ну что, мы сейчас мясо сначала обобрем. Хотя, погоди, не будем мы мясо обобрем. Мы вот так сделаем. Так, они все по 4,5 килограмма. Бросить, бросить, бросить. Так, один себе оставим. Вот. Сейчас мы его обобрем. Значит, кишки и шкур на просушку. Так, кишки и шкура. Угу. Кедровые дровишки. Так, ну книжку сжечь. Мы ее читать уже не сможем. Потому что мы уже обчитались. Поэтому книжку только сжечь. Больше никаких действий мы с ней, к сожалению, не сделаем. Так. Собрать мясо. А рукой сколько? 22, рукой 3-4. Ладно, давай ножом за 13 минут соберем. Так, мясо 2,2 собрали, да? Угу. Так, разжигаем. Куски, конечно, получились какие-то нечеловеческие. То был 9 килограмм, а теперь мы с каждого по 2,2, это мы 8,8 получим. Потеря небольшая все-таки, 200 грамм от четвертования есть. Небольшая, но присутствует. Конечно, не критично. Так, лук можешь убрать. Дрова добавить. Палку добавить. Да сжечь ее, я не могу ее. Я ничего не могу тут изучать. Потому что тут... Так. Это оленей на сколько? 900? Это 900. Какой-то маленький кусок положил, да? Вот этот маленький положил. Ладно. Хрен с ним. Ну, давай положим сейчас вот так. Так, вот она. 40 минут. Это 29 минут, да? Пошли, мешок берем. И четвертуем его. Ну, в смысле, не четвертуем, а мясо из него достаем. Достаем из него мясо. Так. Руками у нас будет 3-4 минуты. Ну, давай соберем, может, не сгорит. Ну, а сгорит, и хрен с ним. Просто не одновременно положил, надо куски одновременно класть. Так, нет, это нормально. А это еще даже не приготовилось. Вот тоже приготовилось. Так, давайте, знаешь, что сейчас сделаем? Я сейчас готовую брошу. А вот эти куски нестандартной оленины маленькие я пока буду откладывать в сторону. А, это вообще 25. А, не, все правильно получится. Тут не 0,2, а тут 0,25. Все правильно. Также 9 и получается килограмм. Это я что-то не то. Это я что-то не то выдал. А, вот отлично. Вот это мне нравится, да? Вот это я люблю их лодыжки на ровном месте. Теперь хромать на том, нам тут полжизни. Ай. Теперь хромать полжизни. Так, сжираем вот эту оленину. Берем новый мешок. И достаем из него мясо. Выпить, что ли? Я там шиповника много понаходил. Слушай, а нельзя, да? Ага, нельзя. А как-то раньше можно было из радикального меню применять просроченные антибиотики. То есть эти... А нет их теперь, да? Я вас понял. Так, то есть никак их. Они это пофиксили. А если я одну брошу? Так. Угу. Ни хрена не получается, да? Применить хренушки. Значит, все, пофиксили. Просроченные больше у нас не применяется. И в круговое меню его не добавишь, да?
Так, а если я вот это сейчас все выброшу, чтобы у меня в круговом меню отобразилось только антибиотики. Может быть, получится их применить? О, обезболивающий, то есть. О, из кругового меню можно хряпнуть. Ха-ха-ха, обманули систему. Обманули, можно хряпнуть из кругового меню антибиотики. Фу, антибиотики, обезболивающие просраченные. Так, все собрал. Вроде все. Так, что тут у нас? 21 минута, да? Ладно, давай уже доготовим. Так. Вылечили себе ноженьку. Ноженьку вылечили. Так. Четвертуша оленя. Давай пока воды тогда приготовим. Сколько костру горит? 3 часа. Так, ну давай кедровые дрова, давай палочку. Добавим немножечко. Так, вот банка у меня, блин, одна. Хоть бы две было, я не знаю. Так. Руками это долго, поэтому давайте на ножичком. А то у нас водичка еще выкипит нафиг вся. Так, через 11 минут. Поднять пока. Так, килограмм бросить. Килограмм бросить. А вон ту фигню маленькую пока отложим. На потом. Так, оно у нас где тут валяется? Он где-то в этом районе у нас валяется. И забираем еще одну четвертушину. Тут ее сейчас руками уже разрываем. В принципе, удобно. Время, так сказать, горения не пропадает зря. Пока у нас одно готовится, мы другое подготавливаем. Удобно на самом деле. Скорее бы поесть. Скорее бы поесть. Да пожалуйста, да пожалуйста. Жрите, сколько влезет. Скорее. Сколько влезет, столько и жрите. Так, костру горит 4 часа. Значит, мы пока вот чем позанимаемся. Мы тут немного грибочков понаходили. Шиповничков понаходили. Шиповничков на 2 раза нашли. Так, еще добавьте. Единственное, что они сократили, по-моему, приготовление мяса. Теперь оно как-то быстрее готовится. Так, а где там мои маленькие кусочки? Ну-ка, дайте-ка я их сейчас тоже приготовлю. Так. Бросить, бросить, бросить. Маленькие кусочки давайте заготовим. Теперь вот они будут одновременно готовиться, и ничего не пригорит. Это же удобно. Что они одинакового весу. Это очень удобно. Ну-ка, освети мне путь, мой факел верный. Так, ну и у нас остался маленький кусочек. А сюда мы уже, естественно, воду ставим. Так, гореть 3 часа. Да, мне, наверное, 3 часа, в принципе, хватит на все про все. Ой, воду взял опять. Хреновую. Поспешил. Мне даже, наверное, подкидывать не надо, да? А может и надо. Ладно, сейчас поглядим. Там вообще можно немножко подкинуть. Там приготовить шиповник какой есть. Так, а что у нас тут? Уголь? Уголь? Да не, палки еще есть. Уголь пусть остается, правда, не знаю, куда мне. Мне тут не ковать. Это вам не Титаник и не ферма Спенса. Ну ладно. Фига с ним. Так, теперь еще рейшу. Пускай будет. Мало ли чего, какие нас тут неприятности застигнут. Ну и, наверное, с рейшами пока харе. А то сейчас всю воду переведу.
Шиповничек. Ось шиповник приготовится. Шиповника капец. Ну давай рейс. Там еще вода, наверное, у меня уже кончилась. Так, дайте мне тогда уголь. Где он тут? Так, все. Сейчас мы наготовим, насколько нам хватит. Так, воды надо попить. Насколько нам хватит нашего костра. Воды. И харре. Так, банка пустая. Так, все, надо за котелком идти. А то воду как-то готовить неинтересно такими маленькими дозняками. Так, что там, 2 часа еще? А я опять воду взял сырую. Это жалуется, что ей, короче, устала, что ей спать надо ложиться и все дела. Терпи, матерь. Матерь, терпи. Так, а березы у меня где сушатся? Здесь? А, да, здесь березы клен. Ты ж здесь находил. Ты же здесь находил. Так, вот, собственно говоря, и все. Все шиповники переготовили. Все, что можно, переготовили. Так. А что там еще 38 минут? Ну, еще разик и харе. Еще хватит? Не, не хватит. Банку поднять. Так. Факел взять. Вот так, костер погас. Все. На покой. Это что такое? Точильный камень. Надо все в труп сложить. Надо все сложить в труп. Так, ну что, кормимся? Да легко. Жрём всё вот это, мелочушку. Так, надо себе только не забыть что-нибудь на приманочку оставить. А то я большой любитель забыть о приманке. Ещё какие-нибудь волки прибегут и будем мимо косо стрелять. Так, сожрал целиком, маленький кусок был слишком. Ладно. Так, ну что, спальник. А, у меня там, кстати, нашел же какую-то курточку. Ее надо порвать. Ее надо порвать. Потому что она холодная, она что, как верхняя одежда, по-моему, носится. А верхняя-то у меня явно шуба потеплее будет. Так, проснулись, хотим пить. Странно, иногда 10 часов спишь, пить не хочешь, иногда хочешь. Это от чего зависит? От того, что на ночь жрал, или как это вообще понять? Как это вообще понять? Так, давайте мы все в трупешник сложим. Так, это сырое. Нет, это сухая. Это сырая. Этой уже, понимаешь ли, жрать вы не положь. Что ты за человек, а? Тебе лишь бы пожрать. Ну на, пожалуйста. Ешь. Те. На здоровье. Так. Мертвый организм. Значит, высушенная волчья шкура. Ткань нет, повязки. Ну, давай парочку. Так, дальше. В инструментарий залезаем. Че мы в него складываем? Точильный камушек. Так, это мы пока не складываем. Это мы все при себе носим. Так, в еду залезаем. Ну, не знаю, давай в тебя Тимофеевку складу. Так, в одежу. Ой, у меня портки хреновые. Так, нет, тогда это мы сейчас курточку себе оставим, мы ее порвем. Вот мы что можем сложить. Шиповника немножко. Тем более мы можем пить эти таблетки просроченные, как выяснилось. Вот. Ну, из этого мы ничего складывать не будем. Все. Так, помаленьку лишнего сложили. Так, что я там хотел? А, я хотел рубаху порвать и залатать портки. А то они уже какие-то фигового качества. Я же рубаху куда могу одеть? Вот сюда. Плюс 0,8, плюс 0,4. А, нет, она не верхняя. Но она 88%, то есть она будет в любом случае холоднее. 82 сколько? Короче, рвать ее. С нее хотя бы 2 будет. С нее хотя бы 1 будет. Как много. Да, с тканью у меня проблемы. Но ткани в долине Тихой реки ты, конечно, много не найдешь.
Было бы глупо рассчитывать здесь найти. И вот нельзя назад повязки в ткань переводить, да? Угу. Так. Это тоже, блин, кролики мне нужны, короче. Мне, короче, нужны кролики. Это не только ценный мех. Воду я, наверное, всю брошу. 2 литра брошу. Так. Погодца, как чуем, хреновенькая. А прикинь, вот так сложил все в труп, пришел, а он исчез. Нормально. Кстати, сколько в него можно напихать-то? Всего лишь 10 килограмм. В карманы, наверное, я так понимаю, да? В карманы к дяде трупу. Так, за котелком. Пошли за котелком. И заберем все заодно. И кролики не появляются, да? Ведь были ж тут. А нет мерзавцев, а? Вот какие мерзавцы. Ладно, я вам это припомню. Так, мне тут еще надо зарисоваться, но пока слишком холодно для зарисовок. Хотя... зарисуемся. Так, есть контакт. Вот на озеро Монолита, водопад Созерцатель. А, я даже еще пещеру не зарисовал, в которой сижу. Надо зарисовать. И надо весь оттуда уголь забрать из костра. Древесный. Ой, это теперь долго. Тут сейчас все буду исследовать. Вновь открывшиеся горизонты. Это я буду долго исследовать. Это я быстро не отисследую. Вот товарищ уже замерзла. Товарищ быстро замерзает. Текс. 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 Палочки. Так, ладно, пошли, хрен с ними, с палочками. Давай быстро за котелком. Блин, бегать вообще не могу. Одежа такая тяжелая. Вообще никаких сил нет бегать. Встает мгновенно Астридина Евлампиевна. Просто язык на плече, на плечо, и все. И до свидания. Так, над кем-то здесь все-таки вороны каркают. Я слышу их карканье, да? Да, слышу. Есть такое дело. Но, по идее, трупец-то Алендура мы отсюда забрали. А над кем они каркают? Над трупцом оленя, что ли? Он же должен был исчезнуть. Да, слышу какие-то карки. А, они, наверное, над трупцом снизу каркают. Ладно, неважно. Каркают и пусть все каркают на здоровье. Они вон мимо летят. Сволочи, летят мимо и каркают. И сбивают меня с панталыку. Так, палки. Пусть лежат, не нужны нам палки. Так, шкура оленя. Кишки. А где мой котелок? Так, уголь тут пусть лежит. Котелок возьмем. Мой любимый котелочек. Вода пусть остается, уголь пусть остается, палки все пусть остается. В пользу пришедших позже. Мне, собственно говоря, нужен был котелок. Все. И поскоренькому возвращаемся. А туда некуда дороги. Нет туда дороги. Нет туда дороги. Шиповник еще не собрал. А здесь ничего не прячется за этими кустами. Тут же где-то какие-то тайники есть, я их совсем не знаю. Не, дороги туда нет. А наверх, если подняться. Здесь чаго у нас. Ничего. Так, ладно, пошли тогда. Пошли тогда к нашему монолиту озерному. И сюда, по-моему, ход тоже никакого. А, нет, ты здесь вокруг проходил. Ты вокруг проходил. Тут тоже вокруг можно обойти и выйти опять к этому озеру. Но я, правда, не к озеру выходил, я просто кругаля дал. Ну и к озеру, вероятно, также можно спуститься. А там дальше обрыв.
Поэтому идти только туда вот вглубь, где Олежечку прикокал. Попытаться туда можно вглубь сходить. Но это уже будет в другой день, не сейчас. Сейчас уже темнеет, холодно, мы пойдем. Пойдем посидим. Так, давай вот здесь пройдемся. Значит, тут две пещеры близко получается друг от друга. Одна на философском плато, другая у водопада созерцателя. А, еще одна пещера на вершине. Даже три пещеры неподалеку друг от друга. Целых три пещеры есть. Живи не хочу. Так, тут спуститься нельзя, да? Ну, вниз я имею в виду. Тут это вот я, по-моему, тут как раз обошел, да? Да, вот тут я шел. С философского плато. Блин, зарисовать, что ли, я не знаю. Ой, сейчас переохлаждение заработаем. Уже заработали. Так, вот, ага. Так, что тут у нас? А, да нет, тут вот какой-то проход есть по реке, да? Он сквозной? Или там не сквозной? Ну-ка ся, дай-ка ся я загляну. А, здесь напрямую не пройти, но можно обойти. Обойти вроде можно. Ладно. Озеро Монолита. Так, значит, по реке как-то можно пойти в разные стороны. Мы пока пройдем вот тогда. Вот здесь мы пойдем. Вот сюда вот. Вот сюда куда-нибудь пойдем. Вдоль скал. Вдоль скал пойдем, чтобы у нас были какие-то ориентиры. Так-с. Чего вы летаете над трупами, которые мы уже обыскали, а? Вот только мешаю. Вот мы бы их обыскали, а вы бы уже не летали. Кролики не пришли. Не пришли. Негодяи. Антракт, негодяи. Не пришли. Как так кролики не пришли? Брат, как так кролики не пришли? А спать нам особо-то и не с чего, вы видите. Усталости-то как таковой не получили. А, ну почему ты не получил усталости, знаешь? Знаю. Потому что проснулся слишком поздно. Всю ночь жарил. Жарил всю ночь. Парил, жарил. Следовательно, проснулся поздно. Так, что мы там притащили? А что бы вы там не притащили, бросай все пока тут. Так, притащили шкурку мы сушиться, оленьскую. Вот, пусть сохнет. Палочек 12 штук. Палочки где-нибудь в районе костра складывай, не сильно далеко. Вот они. Бросить все. Так. Ну и все, я тут больше ничего не брал. Котелок притащил. Котелок пусть пока при мне будет. Мало ли, куда меня сейчас унесет. Пусть при мне. Сберкнижку мне. Так, котелок. Сейчас мы вот эти в палки превратим. Подождем чуть-чуть, потом поспим. А утром, если будет не метель, пойдем исследовать. Вдоль как хотел я вот этих скальных пород. Будем исследовать, что там у нас интересного есть. Если там тупики, то тогда, значит, по реке пойдем вниз. Ну, значит, будем ходить исследовать. Так, надо не забыть с костра взять угли. Давай сразу угли возьмем. Ты сейчас забудешь. Так, усталость половинчатая, но этого все равно недостаточно. Так, костер. Взять древесный уголь. Сколько взяли? 10 штук. О, много. Ну, потому что долго горело. Надо рисовать, рисовать, рисовать. Не забывать рисовать, дядь Саш, надо. Что-то серых штурмовиков давно мы не встречали. Давно мы в них не стреляли. А хотелось бы погасить их немного. Так, ну, наверное, достаточно ждать. Все, пока. Давай поедим, попьем. Воды при себе мало, надо было взять. Ну, хрен с ней.
Не хватит до утра дотянуть. Придется за водой идти. Забыл про воду. Так, а канистра у меня осталась черти где. В пещере. Как-то пещера-то вообще называется. Около чего недалеко. А я даже не знаю, как это сказать. Ну, самая первая пещера, в которой я жил, которая на тихой речке. Да, пещера на тихой реке. Там моя канистра осталась с топливом, по-моему. Да, да. Ну, правильно, после пещеры на тихой реке у меня была пещера на, как он там называется, какое-то плато тоже. Который, жил я в пещере в долине, называется место. Вот, там я уже никакой канистры не оставлял. Я туда без канистры припер. Ладно, ничего, сейчас разберемся. Надо будет, сходим и за канистрой. Чё? Погоди, проснулись еще даже у нас не это. Что-то я думал, я буду так долго спать, а проснулся еще не утро. Что-то время как-то идет медленно. То быстро идет внутриигровое время, то медленное. Не поймешь. Так, ладно. Тогда ждем. Так, ну пошли мясо хапнем, еще поспим. Там сейчас все равно холодно. Так, а мы в труп воду сбагривали? Были мы, давали мы тебе воду? Не, не давали. А куда я воду дел? Сюда все покидал. В разнобой. Текс. Жрать. Плохая погода, чую, никуда сейчас не пойду. Тогда так. Тогда давайте так. Еще мы ждем. Сколько? Ну, 2 часа. И спим потом часик. Не, 2 много. Давай, спи часик. Там вроде будет ближе к середине дня. Может быть, будет не очень холодно, а так средне холодно. Ну чё? Проснулись, проснулись. Поднять. Так, а чё запахи такие сильные? Чё, чё-то выкинуть забыли? А, ну кишки забыли свежие выкинуть. Как же так? Как ты их забыл выкинуть? Не знаю, как-то забыл случайно. Это, наверное, тиоленские. Ну, хрен с ними. Хрен с ними. Они просушены на 41%, 72%. Ну, так. Значит, спальник есть, котелок есть. Все. Пошли. Исследовать. А давай вот эту пещеру мы же не зарисовывали, да? Не, не зарисовывали. Зарисуем эту пещеру. Вот, пещеру озера, водопад созерцателя. Все больше и больше мы тут себе намулевываем. Ну, уходим. Уходим. Так, погода дрянь. Холодно. Чую, холодно. Ну, ничего не попишешь, дядь Саш. Ничего не попишешь. Давай вот это зарисуем. Какая есть, такая она есть. Лучше ее не будет. Ну, как быстро замерзли. Так, пещера у озера, водопад созерцателя. Пошли, пошли. Держись, держись, держись. Ничего, ничего. Еще поковыркаемся. Так, у нас тут ничего интересного нету. Никуда тут не заскочить. Да нет, вроде никуда тут не заскочить. А кролики там не появились. Это каскад знаменосца. Ах, это каскад знаменосца. Его бы зарисовать, этот каскад знаменосца. Так. Кролов я там вроде не вижу отсюда. Ну хрен с ним, пошли. Она уже замерзла. Чё ж ты так мгновенно-то замерзаешь, а? Интересно, такая погода у меня теперь везде будет? На всех картах или только здесь? Что я даже в хорошей одежде не могу толком-то ходить. Не просто в хорошей, в прекрасной одежде. Чё, не поднимемся здесь? А чё такой туман, я не пойму. Вот убивает, что она не может ходить, в принципе, по ровным местам.
А чё, копыта от оленя валяются? Нормально, и долго они будут валяться. Копыта не исчезают. Я думал, копыта быстро исчезают. Так, теперь давай повнимательнее. Чуть-чуть погромче сделаем. Тут я вот уже ни хрена не знаю. Так, тут ты так, по-моему, не перейдешь через реку, да? А может и перейдешь? Да не, перейдешь. Но вот еще есть зачем-то и бревно перекинутое. Можно и перейти. Есть бревно перекинутое. Так, вот места пошли вообще мною неизведанные. Так, два каких-то водопада. А, я если здесь перейду, то я потом не заберу из дерева для того, чтобы я мог вернуться. Значит, пошли по дереву. Пошли по дереву. Интересно. Где-то тут уже должны жить медведи. Теоретически. Теоретически. И волкодавы тут могут, точнее, серые штурмовички ходить. Да, да-да, несомненно. Так, что там, кролики? А что у нас на карте? На карте мы здесь не были. Ой, погоди. Не, на карте мы здесь не отображаемся. Не рисовал я тут ничего. Так, вот тут у нас два водопада. Тут ровный спуск, потом подняться можно? Можно. Два водопада. Водопад бурной ссоры. Ясно, здесь кто-то поссорился. Бурно. О, точно, я помню. Тут будет медведь дальше. Вот туда мы сейчас пойдем. Там есть тоже пещеры. И там есть медведь, по-моему. Где-то вот здесь по правой стороне пещерка будет. Тут будут волки, медведи. Все как я люблю. Медведь, медведь. Как бы его мочкануть так, а? Чтоб самому живым остаться. Вроде сказали, что теперь медведя, если ранил, то он однозначно дохнет. Так, водопад бурной ссоры. Далеко уходишь, дядь Саш. Опасно, опять места незнакомые. Так, что за водопад? А это, по-моему, в ледяную пещеру здесь можно найти, зайти, да? Нет, нельзя. Мамонтов водопад. То есть мамонты падают. Блин, погода хреновая, а? Хреновая погода. Озеро Монолита. Там уже чего-нибудь налито. Так, требуется пещера. Требуется пещерка. Мы не можем в таких условиях жить. Поживать. Нужна пещерка. Тут непонятно, что происходит. Вообще, конечно, вот так ходить в туман. Так, а вот у нас альпинистский трос мы какой-то нашли, да? Не, ну альпинизмом мы пока заниматься не будем. Ну и нафиг, какой альпинизм? Я не знаю, куда идти. О каком альпинизме может идти речь. Можно здесь попробовать развести костер у троса и посидеть чуть-чуть, подождать. Может, станет хорошая погода. В принципе, время еще детское. Вот тут защита от ветра вроде есть. Ну, давай разожжем. Давай. Заодно немножко согреемся. Вороны где-то каркают. Неподалеку. Интересно, когда костер горит, нельзя рисовать? Он за освещение не считается. Плохую. Не, видимость плохая, не освещение. Не считается. Так, костер на 2 часа. Это мы немножко обогреемся. Чем мы тут можем себе сделать? Сделать вы себе ничего не можете. Ну, давай, нечего делать. Хоть воды немного организуем. Хоть пол-литра. Так, погода пока еще хреновая.
Ладно, тогда вот так сделаем. Тогда сделаем вот так. Чё, нельзя положить, да? Ну, кладись, кладись. Ну, ты ж только что зеленым у меня был. Так, 2 часа, сон. Авось согреемся. Вода закипела. Угу. Проснулись. Пока живы, здоровы. Вода готова, котелок поднять. Чё по погоде? По погоде чуть лучше, чем было. Видимость улучшилась. Так, а что же это у меня такое внизу, а? А, внизу у тебя какая-то неизведанная местность. А зарисовать ее можно? Можно. Так. Ага, трос только зарисовал, и все, я понял. Местность никак не отобразилась. Ладно. Хорошо, трос — это хорошо. Пожалуй, вернемся. Спальник я забрал? Забрал. Пожалуй, тогда пошли в обратный путь. Немножко разведали, поняли, что тут у нас трос. Мы можем куда-то спуститься. Что-то тут не то место, по которому я думал, или пещера та, в которой я якобы жил когда-то, находится не здесь. Или я ее не увидел. В общем, или-или. Так, вот пошли какие-то проходы. Закрытые, да? Ну, давай рубанем. Давай рубанем. Так, и куда этот проход ведет? Забраться. Опа-на, мы вышли к какому-то водопаду, да? Здесь можно спуститься так, чтобы потом залезть? А то я сейчас спущусь и хрен залезу. Мне это не устраивает. Я тут потеряюсь нафиг. А, все, я понял. Здесь вход в ледяную пещеру. Здесь может быть, по-моему, спавн ружья на сталкере, да? Здесь должна быть ледяная пещера. Это то место или не то? Или я опять что-то путаю? Я не знаю. Ты, наверное... А, да, вот вход в ледяную пещеру. Так, ну тогда что, с волкодава забираем все. Залезаем в ледяную пещеру и в ней ночуем. И надо все это зарисовать. Блин, здесь как сложно, как здесь сложно. Не могу в голове всю эту картинку. Вроде все рядом, а все уже совсем по-другому. Но в пещере придется отсидеться. Вот по этой реке, если пойти, куда я приду? Она выведет меня к монолиту. Или не выведет? Или это в обратную? Нет, там обрыв, она тебя к монолиту не выведет. К монолиту она тебя не выведет. Уходить отсюда тоже нельзя, тут надо зарисоваться. Интересует, где мой монолит? Где мой монолит? Так, по идее он у тебя впереди. По идее, да? Ну хрен его знает. Ладно. Она хангри. Придется женщине дать поесть, коль она хангри. Так. А вот здесь этот кустарник зачем? Чё он нам закрывает? А не зачем? Ничего не закрывает. Это просто кустарник. Просто кустарник. Так, что, пошли сюда зыркнем, что у нас тут? Тут у вас клен, да? Угу. Угу. Вот, значит, я, вот он клен, вот этот трос. Вот эта ледяная пещера у меня сзади отобразилась. Отобразилась ледяная пещера. Хорошо. Так понимаю, здесь обрыв, никуда не дернуться. Значит, собираем с волка все, что можно.
Идем жить в ледяную пещеру. Пошли, что там у нас у волка есть? Мясо, шкура, все дела. Так, а я пришел вот отсюда, да? Да, вот отсюда я пришел. Отсюда, да, отсюда. Угу. Угу. Волкодавиус. Так, шкуру мы собираем руками. Ой, надо попить. И поесть надо чуть-чуть. А то коцаемся зря. Тут же где-то в пещере еще тоже живет волк в какой-то. Не, ну мне это не страшно, я его забью по-любому. А может быть, он не в одной, а в нескольких вариантах может появляться. Возможно, конечно, и такое. Так. Мясо, кишки. Не, ножичком по-быстрому. Ну все, наверное, сейчас в пещеру залезу, там костер организую. На этом мы сегодняшнюю исследовательскую миссию, нашу серию завершим. А то и так уж слишком долго. Отсидимся пока в ледяной пещере. Что-то не туда побежал. Благо, она тут есть. Заходи. По самой пещере лазить пока не будем. Найдено новое местоположение, ледяная пещера. Это хорошо. Это всегда хорошо. Что ж плохого-то, если ледяную пещеру нашли? Ну, тут вот камни у нас. Так, ну и где-нибудь, значит, вот тут мы сейчас себе костер организуем. Хотя, погоди. А, ну да, организуем. Она ж помирает с голода. Чё ж морить? Чё ж женщину морить, если она с голода помирает? Так, и надо бросить на просушку клён, бросить на просушку волчачью шкуру. Да, много я сегодня новых мест посетил. Много. Какие звуки в этой пещере, а? Радующие душу. Так, костер сгорелся. Ну, пусть себе горит. Так, шкурень бросить. Шкурень бросить. Бросить, бросить, бросить. Клинчень бросить. Так, пошли готовить. Ой, это не то. Готовить мясо. А мясо тут у нас одна. Что, больше нету, да? Больше нету. Ну, не знаю, давай котелок поставим, от нечего делать. Наполним его. Не, не надо, пусть плавится. Так, оленина. Ой, фу, оленина. Это не оленина. Это волчатина. Так, я тут что, собирал? Шиповник собрал. Грибов особо не насобирал. Еще разочек. Так. Закипело. Так, а давай сразу шиповник приготовим, а то у меня что-то его мало. Так. Ну и давай, наверное, еще воды. Или нафиг надо. Сколько у меня сейчас воды при себе? 4 литра. Ай, да ладно, нафиг надо. Хотя ладно, давай литр. Жадность, жадность, как же. И еще давай. Так, все, котелок поднять, а то я его еще забуду. Чего доброго. Так, спальник расстелить. Значит, жрем волчатину. Малюсенькую. Ну, в принципе, нам хватило. Тимофеевка еще там вроде растет. Можно немножко собрать. Так, пьем. Ну, воду, кстати, можно здесь бросить. Можно с собой потащить. Ну, ладно, посмотрим. Так. Спать мы не будем. Мы будем ждать. Рано нам спать. Потому что проснемся мы все равно не утром. Тогда зря нажирался. Надо было на голодный желудок ждать. Так, теперь хватит. Тимофеевки наберем. Так, на чем я тут остановился? Что тут доконали меня звонками своими?
Так, и водички давайте попьем и поспим часиков 10. Где спальник? Так, 10 часов. Ну, мы здесь, наверное, не проспим. Ну, сколько проспим? Сколько проспим, столько проспим. Так, ну и линяем отсюда, короче. Утро утром, нормально. Все, воду пить. Так, спальник мы возьмем. Давай мы запалим лампу. Соберем шкуры. Где они у нас тут валяются? Вот они. Тихо. Шкуру мне, пожалуйста. И вот мы здесь водички чуть-чуть бросим. Да можно пару литров. Так. Ну и высовываемся, короче, на улицу мы. Смотрим, что у нас тут происходит. А происходит у нас тут что-то интересное, да? Угу. Погода нормальная. Сильно нам холодно? Минус 7. Ладно, это мы потом будем исследовать. Короче, все. Пещеру гаси. Лампу гаси, заходи. Пещеру гаси. Все, это уже будет исследование в следующей серии, ребятушки, девчаточки. А мы пока завершим. Сколько мы тут уже прожили? Мы тут уже прожили 604 дня. А начали жить на 500, значит, 80. 2-4 дня. Только четверть от нашего челленджа 100 дней. Ладно, ничего. Проживем и 100, может быть. Все. На этом завершаем 162-ю серию. Это 162-я? Или 163-я? Что-то я уже запутался. Какая серия по счету? По-моему, 163-я. Да, 163-я. Ребятушки, девчаточки, большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, остерегайтесь серых штормовиков. Увидимся в игре.